Сначала мы делаем стеночку. Стеночка — это забор, который ограждает тебя от всех проблем на старте. Ты смотришь, что стропы у тебя не запутаны, крыло не перевернуто, клеванты в правильных руках. Вот так. О, отлично. Чуть-чуть дай давление в крыло, чуть-чуть дай в крыло давление, и у тебя галстук развернется сам. Сам откроется. Вот, вот, прекрасно, прекрасно. Полшага назад, полшага назад. Назад полшага. Во, чудно, поехали, поднимаем. Держим крыло, стабилизировали, прекрасно. Чудно. Не забывай сгибать ноги и давать вес крылу. Вот так, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, чудно. Великолепно. Обходи вокруг меня. Держим крылышко и обходим вокруг меня. Отлично. Очень хорошо. Чуть больше тормозов, крыло тебя потащит вперед. Чуть-чуть. Вот так, медленно. Твоя задача — идти вперед, но очень медленно. Крыло тебе задаст скорость. Великолепно. Очень хорошо. Прекрасно. Будешь готов, делаем оборот 360 градусов, потом стабилизация крыла и 360 градусов обратно. Молодец. Спокойно, стабилизировали. Будешь готов, разворачиваешься обратно. Не забывай сгибать ноги, дай вес крылу, пусть крыло за тебя работает. Отлично, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Чудесно, держим крыло, стабилизировали, держим крыло. Я тебе сейчас делаю асимметрию левую, 30%. Значит, ты должен в этот момент расправленную консоль держать под давлением, сложенную консоль ты должен будешь прокачивать. Значит, я тебе делаю сложение 30%. Оп, само открылось практически. Видишь? Теперь я тебе делаю 30% с другой стороны. Молодец! Отлично! Отлично! Прекрасно. Спокойно, спокойно держим крыло. Вот так, клади. Клади. За БЦ. Молодец, молодец. Все великолепно. Браво. Молодец.